Они работали целый год, достигли серьезных результатов, и теперь их труд оценивают по достоинству. В зале десятки профессионалов. Это сотрудники заводов, воспитатели детсадов, врачи и педагоги. Все без исключения внесли вклад в развитие Тамбова. Мне очень приятно сегодня в этой торжественной обстановке получить эту награду из рук председателя Тамбовской городской думы и главы города Тамбова Максима Юрьевича Косенкова. Самые приятные, самые такие трепетные чувства в преддверии Дня города. Надеюсь, что мой труд, мой небольшой труд, в который я вношу также в процветание города Тамбова, оценен, и я получаю такую высокую награду. Спасибо. Максим Косенков в своем обращении делает акцент. Город – это не только точка на карте, но и те, кто создает в нем комфортную среду обитания, стараясь на благо общества. Тамбов, конечно, это люди. А люди, безусловно, разные. И я хочу, чтобы каждый человек, живущий в нашем городе, чувствовал себя нужным, самым важным. Чтобы в любые трудные минуты мы могли протянуть друг другу руку помощи. Многие из награжденных – люди, которые десятилетиями трудятся на производстве и гордятся выбором профессии. Некоторые такие грамоты получают уже не первый раз. Наш завод наиболее стабильный в нашем области, в городе, динамично развивается. И я являюсь его представителем, его частью и делаю общее дело для города, для страны. Для всех собравшихся прозвучали песни в исполнении творческих коллективов, которые создали праздничное настроение. Теперь его нужно сохранить как минимум до Дня города, а как максимум на многие месяцы вперед, чтобы своей работой снова преображать жизнь и облик любимого города к лучшему. Дмитрий Шапкин, Алина Сири, Анна Мусатова, Область новостей.